Германия Гитлеру, Италия Муссолини, Палестина нам, требовали сионисты-штурмовики Зеева Жаботинского. Не случайно его называли еврейским Гитлером. Он утверждал, что для осуществления цели сионистов необходимо выпустить еврейский народ в исправленном издании. Из архивов ЦИСской хроники. 1940 год. Фашисты готовятся к окончательному решению еврейского вопроса. Евреи в оккупированной Европе согнаны в гетто. Сегодня сионисты много говорят о миллионах евреев, жертвах гитлеровского геноцида. Однако они не любят вспоминать о том, что сами активно пособничали гестаповцам. Из числа сионистов формировалась и вспомогательная еврейская полиция –